Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад приветствовать с вами Родригес, и мы сегодня посмотрим игрушку названием Police Stories, полицейские истории, свежий взгляд на топ-даун шутеры с упором тактического прохождения. Нейтрализуйте преступников, спасая заложников, обезвреживайте бомбы в режиме одиночной или совместной игры. И помни, бездумная стрельба не поможет, вот такое у нас описание в Стиме. Очень много положительных отзывов, игрушка прямо свеженькая, новенькая, нам, ребят, ключик отправили разработчики. Давайте, ребят, вместе с вами сегодня посмотрим эту игру. Если нам понравится, можете поставить смело лайк, написать интересный комментарий, прям может быть два, может быть даже и три по этой игре. Ребят, комментарии, ребят, побольше пишите под видосом, я с удовольствием почитаю ваши комменты. Ну давайте, ребят, будем начинать. Начинаем одиночную игру, вот, и соответственно 1 марта 2015 года, 12:30, квартира Рика Джонса. Да, вот такая у них квартира. Журналистка говорит: пока мы не начали, я просто хотела сказать вам спасибо. Вы единственные не повесили трубку, когда я сказала, что именно расследую. Все остальные просто исчезали. Кажется, они вовсе не желают об этом говорить. Я просто хочу, чтобы вы знали, для меня правда очень важно, что вы согласились. Итак, начнем с самого начала. Расскажите о первом дне работы с офицером Раймсом. Если вы готовы, начинайте. У нас сегодня будет много полицейских историй, и я надеюсь, они будут очень интересными. Так, возьмем, наверное, вот этот режимчик. Так, легко, первый вызов у нас идет на... что? Диспетчер, говорит, Джонс Раймс, вызываем диспетчера. Парни, куда вы подевались? Ну ладно, у нас тут сообщение об ограблении в баре Амадилло. Нужно, чтобы вы двое добрались туда и все выяснили. Подозреваемые хорошо вооружены и есть несколько заложников, так что аккуратнее. Там вы оба. Особенно ты, Джон. Не хочется, чтобы ты умер в свой первый день. Так, понятно. Подозреваемых у нас 7, а гражданских 3. Сложность миссии 3 и 5 из 10. Нейтрализуйте угрозу, собирать улики нужно будет. Хорошо. Так, что дальше? Джон Раймс, я за него играю, и мой напарник Рик Джонс. Короче, у них и Джонс прям вот вообще везде. Что мы можем взять с собой? Можно взять у нас аптечку, можно взять у нас... так, набор отмычек, наверное, и светошумовую гранату я, короче, взял. Дальше, напарнику Рику Джонсу тоже нужно будет, наверное, взять отмычки. Ну, наверное, все то же самое, тоже возьмем светошумовую, что тут еще можно... Подожди, и ничего, ну ладно. Светошумовая и отмычки у него будет, окей. Я так понимаю, я буду даже управлять сразу двумя людьми. 3 сентября 98 года. Закусочная Микки. Джон. Говорит, вот что произошло той ночью. Я шел по очень темному коридору. Черному, хоть глаз выколи, даже стен не видно. Шел, кажется, целую вечность, когда вдруг видел перед собой дверь. Это та самая закусочная. Огромная дверь, ну знаешь, такие большие деревянные двери. Я подошел к ней, открыл аккуратненько. И что ты думаешь? Ничего там не было. Просто пустая комната. Не считая коробки. Обычная картонная коробка просто стоит посреди комнаты. Я подошел к ней и все думал, что же в этой коробке. Тут я увидел кровь на ее стенках. Мой мозг буквально орал, что внутри. Что в коробке? Что в коробке? А потом я наконец открыл ее и... Голова там была, голова моей жены Сьюзи. Ну и сон, я чуть с кровати не упал. Переезд в другой город просто катастрофа. Мы уже месяц коробки разбираем. Неудивительно, что мне кошмары об этом снятся. Рик. Ага. Угу. Твой бывший однокурсник по академии и просто лучший друг перевелся в твой участок. А так-то ты его и встречаешь? Ты чуть не изменился, и мне это нравится. Надеюсь, сеанс психотерапии завершен. Слушаю тут твой троп и реально скучаю по работе. Все такой же сухарь. И знаешь, что мне правда этого не хватало? Ну да ладно, сам-то как? Чем занимался все это время? Да как тебе сказать, как обычно. Распытываю дела, сажаю уродов за решетку. Скоро стану старшим офицером в этом дерьмовом участке. В общем... Не веду себя
как трусишка. Я? Трусишка? Чувак, ты только что признался, что боишься коробок. Крыть нечем. Стандартный разговор двух полицейских в кафешке. Как бы то ни было, я рад снова тебя видеть. А, черт с ним. Я тоже скучал по тебе, надоедливый ты сукин сын. Полицейские истории. Начало. Ну что ж, начало, в принципе, прикольно. Прикольно, прикольно. Так, стоп. А мы не должны были куда-то поехать. Диспетчер звонил полчаса назад, Джон. Оперативно они реагируют, конечно, очень быстро. Итак, мы приехали на задание. Полчаса нам звонил как назад диспетчер. Красиво, конечно. Смяли все мотоциклы, приехали, залетели. Отлично. Так, ну что же, я могу управлять своим напарником. Я могу выбирать оружие на 1, 2, 3, 4. У нас выбор оружия, светошумовая, аптечка и отмычки. Вот так. По-моему, как-то тут можно еще на шифте бегать, насколько я понимаю. Так, ну что, давайте попробуем зайти в клуб. Наша задача... Вот гад, а. Так, короче, на Ешку я просто кричу, типа, стоять, сдаваться, короче, руки... руки за голову, типа того. На F английскую я пробиваю в... Вот, да, я пробиваю, типа, короче, с приклада. Если человек не реагирует, я его могу просто убить. Но лучше всего его арестовать. Блин, по моему напарнику открыли огонь. Он кого-то убил. Фига себе. Так, вон чувак. Некоторые сразу реагируют нормально, то есть мы сразу их арестовываем и все. Так, я могу подобрать у них даже... Так, тут закрыто. Так, тут чувак. Вот гад, а. Он не реагировал. Здесь кто-нибудь есть? Кто-то там кричит. Там чувак есть. В той комнате. Пойдем сюда. Вот это нормально. Вот это сразу законопослушный гражданин. Не стал рисковать. Так, тут тоже закрыто. Мне нужны отмычки. Я могу взять отмычку? Так, взял отмычку и открываем сейчас. Оп, открыл. Все, берем опять оружие в руки. Заходим. Он не понимает. Я ничего не знаю. Он кричит. Ха-ха, чувак. Все так говорят. Так, и тут у нас сейчас закрыто было. Давай попробуем. Так, открываем. Да ладно, прикинь! Использовать тактическое снаряжение, чтобы ошеломить атакующих. Вот это, ребята, да. Вот это поворотище, слушайте, прикольно. Так. Смотри, в этот раз он в другом месте находится и как бы... А, тут сразу нужна отмычка пользоваться. Слушайте, каждый раз, когда переигрываешь, каждый раз как бы все рандом полный. Норм. Заходим сюда. Так, он не реагировал, нацелился на нас. Нацелился на полицейского, а это сразу же... Это сразу же смерть. Так, этот у нас более-менее спокойный, давайте перезарядимся. Так, вон там чуваки могут быть. Давайте сюда пройдем. Нифига себе, дробашек. Ну окей. Ну он как бы пытался целиться, но в принципе... Чё-то просто всех убиваю. Чё происходит? Так, ладно, норм. Надо всех мочить. Смотри, чувак сразу пистолет выкинул. Он сразу откинул пистолет, он понял, что ему хана. Норм. Бежим. Зайдем в ванну. Отстаньте от меня! То есть можно прикладиком ударить. Тогда он сразу как-то как шелковый если становится. Руки за голову! Мордой в пол! Тут никого вообще. В этот раз тут никого. Подожди. Так, 6700 я очков набрал. Тут еще очки, конечно, за хорошую... А, вот еще в ванне, по-моему, чувак еще может быть, да? А, блин, неоправданное насилие. Я, черт, случайно его грохнул. Блин. Это фигово.
Это фигово, я его убил, просто случайно прикладом забил. Так, вот тут еще чел есть. Полицейский беспредел! Да, есть, норм! 7500 мы выполнили очень хорошо, все. Может быть, тут еще можно что-то где-нибудь собрать, и я что-нибудь, может, где-то что-то не увидел. Но, по-моему... никуда нужно выйти-то вообще. Обратно к машине, наверное, возвращаемся. Просто мы зачистили, все прекрасно. Ребят, ну, это хардкорно, прям вот вообще говорю, прям очень-очень хардкорненько. Так, что, к машине, что ли, бежим или что? А, или просто Enter нужно было нажать. Ладно, не нужно никуда бежать, миссия выполнена, прекрасно. Ух, так, штрафуем. Я тут одного только грохнул. Ну, собственно, пока нормально. Мне кажется, довольно неплохое начало у нас. Заходим сюда, Джон говорит, стоять! Так, у нас с напарником не очень много времени. Так что не тратьте его попусту и расскажи нам то, что мы хотим знать. Понял? Подозреваем, говорит. Да, понял. Чем вы, ребята, тут занимались? Ничем, правда. План был в том, чтобы послоняться здесь немного, пока не позвонит один из наших парней. А как позвонит, мы должны были поехать. Неважно, никуда, забудь, что я сказал. Проболтался. Куда поехать? Говори, пока я... Хорошо, только перестань орать. Склад на Амор-стрит, рядом с жилым комплексом. Я мало что знаю, но похоже, склад набит оружием. Слышал, как ребята говорили о подготовке к чему-то большему. Большому. Подготовка к чему? Без понятия, чувак, честно. Я с этими ребятами месяца 4. Они ни хрена не говорят. Я спросил. Я серьезно, не знаю. Подготовка. Пожалуйста. Я правда говорю, пожалуйста, не бей меня, не надо. Я думал, он правду говорит, Джон. Но у нас есть зацепка, она ведь должна куда-то привести, верно? Давай-ка проверим этот склад. Ну что же, отправимся на склад, посмотрим, что там. Так, открыто новое снаряжение. Цевьё, ух ты. Можно как-то модернизировать свое оружие, да? Диспетчер говорит, звонит нам. Ну да, сообщение о 221-м в баре Амардила оказалось сложным, но кажется, вы напали на след чего-то посерьезнее. Нужно добраться до склада, о котором говорили подозреваемые. Хорошо бы раньше всей остальной банды. Но если не получится, прищучьте их. Окей. Так, подозреваемых 8, гражданских 3. Ну ладно, поехали. О чем нужно взять? Я, наверное, думаю, аптечку, конечно же, обязательно, отмычки тоже. Дополняет винтовку и позволяет значительно лучше целиться при стрельбе. Цевьё. А как бы мне бы цевьё, это сразу бы, ну, например, ну, не знаю, как его применить-то вообще. Ладно, возьмем, попробуем. Попробуем. Так, цевьё или нет? Все, готово. Так, дальше. Старый Рик, мы оба молчали почти весь путь до склада. Но Джон был для меня открытой книгой. Он волновался, как ребенок накануне Рождества, на месте усидеть не мог. Это людям нравилось. Его самоотдача, его страсти, его энергичность. В таких моментах я понимал, я и он, мы оба рождены для этой работы. Все ощущалось таким правильным. Ладно, так, попробуем. Залететь. Так, туда пойти я не могу. Туда тоже. Нам только лишь прямо. Валите отсюда, козлы! Да мать же его, блин! Я хотел с приклада отрубить. Я немножко ранен. Да ладно! Так, поспешила немножечко. Ну, давайте быстренько сейчас по-другому зайдем. Сразу гад вот так вот. Так, вон там челик. Нифига, двоих минус. Офицер ранен. Тут, кстати, еще можно помогать своему напарнику. Так, тут закрыто, ладно.
Тут тоже закрыто. Где наши отмычки? Отмычки мы открываем двери. Я хочу попробовать... А, блин. Ладно. Окей. У меня нет гранаты, к сожалению. Смотри, сразу сдался. Нормально. Молодец. Минус. Я ему кричал, но он никак не среагировал. Сразу убили. Жесткие здесь ребятки вообще прям. Не хотят подчиняться абсолютно. Нифига себе! Да ладно! Так, тут двойное убийство сразу же, один другого. Они между собой стреляются уже. Так, ладно, открываем. Убегает! Надо было ложиться, черт возьми. Ладно. Надо было не убегать от нас, но за счет этого, то, что мы убиваем народ, но как бы нас за это не поощряет, нам нужны свидетели и... Подойдем. Вот так. Еще одного связали, нормально. Тут мы чисто сработали. Так, я немножко ранен. Чего вы хотите? Он кричит. Черт подери, с меня кровь капает. А, мне хреново. Так, где моя аптечка? Все нормально, я подлечился. Красота. Перезарядился, заходим дальше. Так, отмычки. Открываем двери, двери заперты. Блин, они убивают заложника, я так понимаю, гражданского. Я сейчас понимаю, блин, что гражданского там нужно было реально спасать. Так, офицер ранен. Блин, вот это сложно уже здесь, вот, прям реально. Есть, миссия выполнена, ну чётенько. Так, прекрасно, что тут у нас? Может быть, а, тут сейф еще, может быть, может тут нужно как-то сейф открыть, нет? Нет. Так, ну норм. Мы затащили, вроде бы все нормально. Вот тут я тут еще думаю, нет, все нормально. Ладно, нажимаем ОК, Enter. Ну, такая вот миссия, выполнили мы здесь побыстрее, но потеряли двух гражданских, потому что было прям, было очень жарко, ребят, было очень жарко. Рик говорит, в этих бумагах сказано, что содержимое склада принадлежит Stone and Roberts. Одному из главных производителей продавцов оружия в стране. У них контракты с ФБР, ЦРУ, армией и нескольких ЧВК. Черт, я думаю, наш участок укомплектован их же стволами. Знаешь, что странно? Если эти бумаги не врут, то здесь тонны взрывчатки. Глянь сюда. Взрывчатые вещества типа C4 для взрывных систем с таймером. Здесь достаточно, чтобы сделать где-то, ну не знаю, сотню бомб. Но зачем им? Звонок. Я возьму трубку. Стой! Нам нужно отследить звонок. Отличная идея, Джонни. Дай только я сбегаю за оборудованием. Ах да, у меня же его нет. Ведь мы, как ты знаешь, не в сериале. Так и знал. Короче, я беру трубку. Так, мы почти у дома Станишевского. Вы там закончили с грузом? Ага, закончили. Стоп, Карл, это ты? Ага, это Карл. Что-то не похоже. Кто это? Копы, вот дерьмо! Черт, они отключились. Отлично сработано, Карл. Они что-нибудь сказали? Договорились что-то о Станишевском. О Станишевском? Кевин Станишевский, молодой режиссер. Восходящая звезда студии Primrose. И парень с кучей знакомств. Опасных знакомств. Ладно, я, кажется, знаю, куда они отправляются. Давай машину. Думаю, времени у нас мало.
Слушайте, мне игрушка понравилась, в принципе, в целом такая захватывающая, какая-то здесь сюжетки есть, к тому же все не так-то и просто здесь получается, миссий здесь очень-очень много. Интересно будет пройти эту игру до конца, если она вам, ребят, понравится, так что вы можете поставить лайк и поддержать эту игру, и следующая серия выйдет намного быстрее, если вы напишите комментарии и лайки прямо под этим видео. Всем счастливо, с вами был Родригес, вам желаю хорошего настроения и всем пока-пока.